Сегодня мы снова в Алмазово, и мы продолжаем тестировать новую линейку Nord Stream Area. В этот раз у нас с собой новая серия артефакт у меня, а у Александра, соответственно, все тот же старый добрый ариатор, который мы тестировали в прошлый раз. Ну и помимо этого, естественно, мы продолжаем опробовать в работе блесны из, опять же, той же линейки Nord Stream Area. Ну, посмотрим. Что-то очень конкретное Александр зацепил. Если честно, я думаю, что это багрёная рыбка. Не знаю. Но сопротивляется, я бы сказал, даже не сопротивляется, а просто прёт. Александр опытный спортсмен. Я уверен, что... Хотя его, по-моему, перехлестнули немножко. А она зашла за эту. Обходи. А я её вытянул. Нет. А, вот, всё. Или заходи туда. Всё. Вот это борьба. Вот это накал страстей. Подсак тебе дать? Александр Черкасов справится. Давай, показывайте. Она не багр... Ну что, показалось, нет? Форель? Да. Крупная. В рот или... Скорее всего. Спину видел, но не могу понять пока, кто это. Саня, впорол так впорол. Нет. А, да, за спину. За спину? Да. Ну, она тоже крупная. Ага. Сама себе. Все-таки я был прав. Так, ну, сопротивляется она иначе. Какая проверка ариатору на прочность? Удилище справляется, все отрабатывает полностью. Но вот опять же, это вот не турнирный вариант. Это вариант все-таки именно для души. Вот одна рыбка и полчаса удовольствия. Да. Смотрите, как удилище работает. Просто прям на пределе. Что это? Я хочу это достать. Вот я вижу блесна. В спине, да, четко в спиной плавник. Ну все, красавчик. Ариатор справился, да. Блесны работают даже по пассивной рыбе. Заметь, какую хорошую поймал. Ну что, плыви, бедная, намучилась. Какой стресс. Ну, опять же, как аккуратненько, вообще ни кровиночки. Как она не слетела, я вообще не понимаю. Не, Сань, ну адреналинчик ты хапнул, наверное. Да не, по удилищу все справилось. То есть спиннинг включается от самой рукоятки. Угу. То есть он весь работает. Я, на вываживании видно, как он изгибался, ну, как он полностью. Я предлагаю сейчас, собственно говоря, продолжить и попробовать уже его проверить не на багреной, а на честно пойманной рыбе. Снова. Да. А ты сейчас тоже поставил артефакт, да? Вот сейчас сравним твои впечатления. Вот она. Лишь дуплет. Так, что можно сказать? Тимоновская блесенка. Что нужен подсак? Это все, что я могу сказать. Сейчас подсачек будет, сейчас мы отпустим эту рыбку. И тут же его займем следующий. Да. Как палочка на вываживание? Получается, удилище больше сдерживающий ресурс, она более злая, более упругая, позволяет лучше контролировать блесну и лучше контролировать и гасить рывки рыбы при вываживании. В отличие от более фанового, от более, как сказать, мягкого пластичного ариатора. То, что я и говорил, да? По сути. Очень бойкая здесь сегодня навесочка. Просто, я бы сказал. Надо будет прицончик чуть подзатянуть. Или я забагрил тоже. Хотя не похоже, она сопротивляется, но очень мощная.
работают настолько, что просто выкачивать приходится. Видите, фрикцион, лежит нагрузка на удилище неимоверно идет. Надо будет подтянуть чуть фрикцион, потому что это просто невозможно. Ее приходится буквально выкачивать. Вот я ее подвел, но у меня ощущение, что багреная. Или что-то это очень... Да, по-моему, багреная. Вон спина показалась. Да, она была багреная за спину. То же самое, повторился вариант, который был с Александром. И это удилище тоже прошло проверку на стрессоустойчивость и на прочность просто неимоверную. Тоже форелька примерно такого же размера, около 2 килограмм, багреная за то же самое место, за спиной плавник. Очень сильная, очень бойкая, плюс еще такое место. В общем, удилище отработало по полной. Могу сказать, что тоже и адреналинчику хапнул, и рука устала, но полчонка работает, во. Зараза, вот прямо идет долго, идет и долго. Ну что, вроде бы, все-таки это честная рыбка, хотя уже не знаю, столько было ударов. Саня, а где подсадчик? Так, да, вроде в рот. Кстати, на блесенку Норсель. Собственно говоря, мы сейчас с Александром только на них и ловим. Решили проверить не только удилище, но и приманки. И, в общем-то, как показывает практика, вполне они рабочие. Так же, как и с приманки. Очень бойкая здесь рыбка. Крупная и бойкая. Но зато очень вязкая подчёрка. Полчонка очень вязкая. То есть вот до самой краешек сидит. Сегодня лучше темные цвета работают. Это мы сразу, в общем-то, поняли. Вот, отцепилась умничка. Так, ну я, наверное, сейчас спущу, а потом покажу блесенку. Не будем рыбку мучить. Давай, давай, плыви. Плыви, бестолочь. Вот. А вот и блесенка. Это у нас моделька Рэй, вот в таком красивом цвете, темненькая, с рыженькой полосочкой. Вот она немножечко, может быть, тяжеловата для этих условий. Я бы, может, взял бы полегче, но в данной ситуации у нас немножечко ограничен выбор. Ну и потом у нее есть преимущество, то, что удается добрасывать до того места, где котлет рыбка. И если удилище поднимать поверху, то, в общем-то, удерживать ее в нужном горизонте. А работает она на ура. То есть поклевки идут беспрерывной чередой. У меня вот за эту проводку было поклевок, наверное, 6. Но вот только одна из них была достаточной для того, чтобы подсечь и вот успешно вывести. Работает, все работает. Если Nord Stream, это однозначно работает. А если Nord Stream Area, тем более. На этот раз у нас работает хендмейд, который я сделал вчера вечером. Я решил сейчас проверить, сработает. Такой самопальный стик. Что-то мне с подсаком не то. Тихо, милая, сейчас мы тебя отпустим. А, сама отпустилась, умничка. Плыви, дорогая. Вот такая вот приманочка, которую я вчера вечером снова шакал. Своял. Работает. Работает. Вот получается при вываживании. Вот, наглядная работа спиннинга. То есть, так ариатор работал. Здесь больше начало от середины и сразу же все гасится. То есть видите, как рыба пытается нагрузить удилище. Удилище более мощное, оно не дает это сделать. Не столько мощное, сколько более упругое. Да. Видите, какой замечательный клев. Замечательный головы. Оба-на. И опять шакаловская блесенка сработала. Сегодня я ловлю на спиннинг серии «Артефакт». А вообще в серии 4 удилища. Два из них тубулярных, 642 и 652. И два, соответственно, имеют врочный кончик, достаточно жесткий, солид тип.
А это 662 и 682. Вот 682 у меня сейчас в руках. Те модели, которые сделаны с вручным кончиком, 662 и 682 ОЛС, они оба имеют индекс S, это означает соли. Соответственно, это модели, которые были сделаны преимущественно для упора, для ловли на мягкие приманки, на резину. Обе модели 662, 682, они, во-первых, имеют большую длину. Это достаточно принципиально важно при работе с резиной, потому что обычно используются очень легкие веса. Вот. И, собственно говоря, чем длиннее спиннинг, тем дальше заброс. Хотя там каждый метр имеет значение, поэтому вот так. Вручный кончик позволяет очень четко, во-первых, контролировать проводку. Но это визуально и просто тактильно гораздо удобнее делать. Проще осуществлять анимацию, то есть когда ты анимируешь совсем мелкую приманку, ты можешь за счет вручного кончика не двигать всем удилищем целиком, а опускать его в резонанс, когда только кончик начинает работать, и анимировать приманку во время движения. Кроме того, это очень хорошо с точки зрения контроля. Ты чувствуешь приманку лучше визуально, и при поклевке рыба, когда очень вялая, когда она очень осторожная, зачастую она берет очень плавно и видно либо по леске, и часто рыболов может просто это не заметить, а рыба, дойдя уже непосредственно до спиннинга, чувствует сопротивление и бросает. Здесь же ты по кончику видишь прямо отчетливое движение приманки, движение рыбы, и это, опять же, дополнительный плюс ему. Но вот, собственно говоря, весь прошлый весенний сезон я ловил только на артефакты. Я первоначально планировал их просто опробовать в деле, но они мне настолько понравились, что я уже просто категорически не хочу расставаться с этой серией. Мне она понравилась, она для меня счастливая, потому что в этом сезоне, ну, достаточно большое количество призов и наград я собрал. Вот, и, в общем, думаю, что не без помощи данных спиннингов. Я в них просто влюблен, расставаться с ними не хочу. Это удилище, которое мою стойку, я думаю, не покинут никогда. Будем ловить? Но это опять снова упругая, бойкая форель. Опять же, приходится полностью вкладываться, полностью вступать с ней в борьбу. Смотрите, как активно сопротивляется, как не хочет она подходить к нам. Но, Саша, она, помимо того, что она бойкая, я хочу заметить, что она здесь достаточно крупненькая. Да. То есть тут нам попадались с тобой экземпляры за двушку. Не знаю, как это. Нет, это небольшая, насколько я вижу. Но она все равно... Нет, я согласен, что она бойкая, но это не очень крупная. Снова она в подсечке. Вот это то, о чем я говорил. Ну что, в принципе, на сегодня, я думаю, да, хватит. Достаточно. Сегодня мы и получили удовольствие достаточно. Ну, что рыбалки, хотели, да, то, в общем, получили. Сильно понравился Ариатор. Он именно, как бы, да, больше такая серия для как получения, да, для фана, для простых рыбалок. Если вы поставите, да, на него 0,3-0,4 шнурок, будет самое оптимальное. Ты сегодня пробовал артефакт. Артефакт я пробовал, да, именно в табуляре. Угу. У меня получается не солидовый, у меня табулярный артефакт. Он больше подходит для ловли на колебалки. Колебалки и другие жесткие приманки. Также палочка отличается, у нее более, как сказать, менее пластичный комель, более жесткий, он лучше отрабатывает, упруги, лучше гасит упругие, да, лучше гасит рывки рыбы. Если это вязкий такой вот масляный бланк, который просто липнет к рыбе, и ты можешь, когда имеешь запас времени, долго и плодотворно наслаждаться этой ловлей, то здесь это уже турнирный вариант при, в общем-то, внешнем сходстве, совершенно другой бланк и совершенно другие характеристики удилища. Здесь ты можешь форсировать уже, ну, в некоторой степени. При этом он липкий все равно, он вязкий, но он упругий. Заточен, на мой взгляд, полностью соответствует своим требованиям, то есть как задумывалось, так и получилось. Не знаю, мне очень нравится, я отловил ими сезон, поэтому я для себя нового-то навряд ли что открыл. Вот, я с ними уже хорошо знаком, лучше, чем со многими другими, а вот твое мнение мне как раз очень интересно было. В основном использовал блесна от 0,6 граммов до 1,8, серию Nord Stream. Потом, когда форель переместилась именно прям в верхний слой, в ближнюю дистанцию, когда мы нашли ее на закупке, я использовал
залазил легкие тимоновские блесна. Они также все улетали на и на ряд, и на артефакты далеко. Я чуть-чуть половил резиной, получается. Совсем немного, там пару рыб буквально поймал. Этого мне, в принципе, для понимания хватило. Мне интересно. Как работает с резиной, понравилось? Да, да, да. Она чувствует все. Все ты анимируешь четко, нормально. Хорошо летит легкая голова. Здорово. Ну, я рад, что наши мнения совпали. Я думаю, мы сюда еще вернемся с другой серии. У нас еще предстоит Раутист, у нас еще предстоит Слендер. Я думаю, мы еще не раз побываем. Сегодня я устал столько. Да, я тоже притомился, у меня даже руки несколько устали. Ладно, пойдем тогда собираться. Пойдем.